Я думаю, что это очень полезное событие. Очень много вдохновленных участников, которые надеются на получить хорошую поддержку. Есть очень интересная идея, очень интересное мероприятие. Я презентовал проект литий-ионные серные аккумуляторы для возобновляемой энергетики и электроники. Мы разработали аккумуляторы, которые сейчас являются одним из таких наиболее перспективных батарейных технологий из всех существующих. Они имеют емкость, то есть количество электричества, которое вы можете хранить, оно больше в несколько раз, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые используются в телефонах, ноутбуках и так далее.